Истринский район сегодня готовился к крещенским купаниям. Это один из самых почитаемых православных праздников, поэтому подготовка такой важной купели района, как Иордань на Истринском водохранилище, проходила особенно тщательно. Едем готовить прорубь к крещению. Все, кстати, со святым священником, с праздником. Вечером ждем после молитвы на купание. Сначала марш-бросок по заснеженному бездорожью. Спускаемся на лед водохранилища. 2 километра по заснеженному льду мы преодолеваем на высокой скорости. Это не лихачество, а необходимость. Если груженный снаряжением УАЗик увязнет в снегу, вытянуть его будет проблематично. Мы сейчас расчищаем, как видите. Здесь установим шатер, будет палатка у нас для обогрева, будет бесплатный чай. Можно будет так же, как согреться в шатре, так попить горячего чая. На создание купели понадобилось около 2 часов. Этим вечером все пришедшие окунуться в Иордань могут не беспокоиться за свою безопасность. На берегу дежурят бригады врачей и спасателей. Ильдар Шафигулин, Максим Барышев, Истранет ТВ.